Всем привет, ребят! Сегодня я вам покажу, как зайти в Бравл Старс после обновления. Если у вас вот так. Ну а если у вас вылетает Бравл, то скачайте самую прям последнюю версию. Ну а так-то я не знаю, что делать. Заходим в Play Market. И скачиваем Turbo VPN, безопасный VPN. Открыть. Так, реклама. Так, реклама уже тут прошла. И тут нажмите, чтобы подключиться. Нажимаем. Ждем, пока загрузка дойдет до конца. Включусь, когда дойдет. Вот, уже дошла загрузка до конца. Все. Регион Германия. Теперь заходим в Brawl Stars. Заходим. I'm only here for the trophies. Заходит. Короче. И, кстати, плюс в том, что вы можете донатить теперь и гему. Посмотрите внимание. Сейчас загрузится. Ну, короче, тут оно будет донатиться. Там будет за евро, там, ну, решите там. Ну, там можно донатить. Новые вот эти штуки всякие появились. Ну, и, кстати, вот на ID буду принимать всех. Только пишите под моими видео комментарии. Ну, что, с вашими никами. Ну, что, всем пока-пока. Надеюсь, помог.